Вот такое утро в деревне. Как хорошо просыпаться в своем домике на свежем воздухе. Сказка. Опять в гостях шершень. На стене сидел, выпустил его на волю. Все, посевные закончены у нас. Будем заниматься хозяйственными всяческими строительными делами. В 8 утра, 22 число, май, среда. Казалось бы, он за забором косили недавно. Снова травы. И вот эта луговина забивала весь урожай. Собственно, и сейчас надо выкосить, да, чтобы не шла сюда трава. Она будет свисти разнотравье. Сюда семена будет ветер нести. А у нас закрыто все. Хотя бы эти 3-4 сотки. Свеклу Светланка прополола. Куры там гуляют. Красота. Клубника пойдет скоро. Все время пить кофе. Тут высыпаешься, тут нету никаких посторонних звуков, ни машин, ни грохота какого-то. Мотоциклов. Женька обшивает, утепляет домик свой. Молодец. С соседями хорошенько посидели вчера, поговорили, отметили окончание посевной. Замечательно. И косить надо, косить. Всем добра и мира.